Друзья, всем привет! Сегодня у нас дичь. Ну, я не знаю, дичь, может быть, это и нужная штука. У меня вот кот прямо это вот, он говорит, иди распаковывай. Это вот его следы зубов. Он меня первым делом говорит, какую посылку нужно раньше всех распаковать. Собственно, он и выбирает у меня. Он хозяин, мы у него живем, поэтому вот, собственно, он эту дичь и, как говорится, сказал мне, иди распаковывай. Что это такое? Это портативная акустическая система. Tap Stage называется. Бралась она на Ями, то есть на Яндекс.Маркете за 1000... Ну, я брал дешевле ее, она что-то здесь вот сейчас 1790, вот это с картой, типа, вот так вот. Типа, туда ставишь планшет, она с акустикой, типа. Не знаю, сейчас, мне кажется, все планшеты уже с нормальным звуком, но окей, думаю, дай-ка закажу. Мне ее все равно скинули, то ли в телеге мне подписчик сбросил, то ли в ВК, точно не помню, но, говорит, закажи, посмотри. Я обычно делаю как? Следующим образом. Я нахожу по картинкам, пытаюсь найти на Алике, на Вайлдберрисе, на там всяких озонах. Нихера там не нашел, только на Яндексе эта штука продается. Не знаю, может, это как-то наше что-то там... Хотя, может, только она появляется, кто его знает, не знаю. Короче, здесь Bluetooth, сука, 2.1. Бля, все хорошо, нет? 2.1. Бля, не 4, там, не 5.1, 2.1. Ладно, чувствительность 85 дБ, выходная мощность 5 Вт всего лишь, значит, есть разъем, источник звука, iPad и другие планшетные ПК. А iPad не другой планшетный ПК? Блять, формулировка нормальная, блин. Это как, знаешь, говорит, Mercedes и остальные автомобили. Ну ладно, давайте смотреть. Значит, вот так вот она выглядит. Здесь у нас кабель AUX. И здесь у нас USB, микро-USB. Бля, когда они у вас закончатся, а? Короче, что я хочу? USB, ой, этот самый, Bluetooth 2.1. О каком нафиг USB-C может идти и речь? Какой-то гарантийный талон. Если вы выключили Bluetooth-устройство, но не включили Bluetooth на источнике звука, то при повторном включении спикера соединения будет установлено автоматически. Бля, нормально, они сюда Википедию засунули. Это же обычно всегда бывает так. Если вы закрыли дверь и пихнули на замок, то замок защелкивается. Если вы завели машину, то двигатель будет работать. Если вы сейчас вытащили из коробки, то коробка будет пуста. Душность повышенная, да. Все, вот так. Ну, весистая херотень такая, да. Вот у нас два динамика здесь находятся. И это вот так вот откидывается. И вот так вот раздвигается, да. Ага. Это как-то, знаешь, как этот, кто ударил себе ребра и делает вот так. Ладно, ладно, шутки. Да. Так, ну и все, это максимум на его раздвижение, да? Блин, ну вот это что? Что-то маленькое. Это он, это подставка. Это не подставка. Потому что так думаешь, подставка, оп, а там подставка. У этого подставка должна быть большая машина. Блять, скажут, что это, блядь, за распаковки такие? Ладно, смотрим, значит. А, ну, вот этих всех раскладов... Вот лучше бы вы все расклады эти показали как. Будем так, сейчас смотреть. Значит, будем так. Ну вот у нас вот таким вот макаром, значит, планшет сюда встал, да? Это у нас этот Вуниплас пад. Сунь Вуниплас. Так, ну, музяк. Если вот так вот. Что значит взял планшет, у которого звук хороший? А что, надо брать планшет с говенным звуком? Зачем тогда его изначально покупать, планшет с говенным звуком, чтобы вот это купить на контрасте? Вот именно, что сейчас все планшеты с нормальным звуком. Так, ладно. Значит, у нас здесь включение-выключение, зарядка этой шелупоньки и, собственно, AUX. Все. Снизу у нас вот так подставка, пыптик у нас. Ага. Ну, ладно, кулючаем. Так, что так фиг сделал? Подключи, давай. Ты Bluetooth. Ты кастинг. Ты Евровидение. Ну, неплохо звучит, кстати.
лишь для того, кто крепче удержал ее в руках. Если он не сумел, неплохо звучит, кстати. Ты не станешь его держать, ты убьешь себе тучи слезы. А теперь планшет. Ты сумел понять, ты не станешь его держать. Планшет, кстати, куца звучит. Вот здесь поинтереснее, по объемнее звук. Бля, даже вот я... Стоп. Я думал, хуета будет. Бля! Куда переключилась? Сейчас давайте сначала послушаем планшет, да? Потому что микрофон-то вот, сейчас вы послушаете его. Ну-ка. На максимум, чтобы... USB 2.1 же, да? Ой, Bluetooth. Ты не да, объема поменьше. Ты убьешь себе тучи слезы от обиды на губах. Задыхаясь любви своей, ты теряла свои друзей. Пустяка. Песни соленые океа твоих обид. Догорая в борьбе за вас, сражаешься в последний раз. Себе ту, кого он знал, пусть Бог тебя простит. Потерять образ свой. Хорошая вещь. Прикольно. То есть, как и подставка, окей. И как... Динамик, извините, оно... Да, киношку посмотреть. Кино посмотреть, да, все дела. То есть, нормас. Я что-то думал, что та вообще будет полная. И причем она сделана качественно. То есть, никаких вот, знаете, бывает облоиды какие-то, вот такая. Нет, нормально. За такую цену. Да, за такую цену, как колонка и подставка. Потому что, понимаете, я вот недавно заказал эти сраные икеевские по 500 рублей из дерева. Бамбук, поймешь там что. А тут мне... Ну, вот это вот. Вот типа вот такой подставки, вот, что вот так вот ты ставишь, вот это вот. Нет, вот. Здесь, вот, ты можешь поставить... А телефон же тоже можно? Ну, любой, Bluetooth. Ну, просто указывает на планшет. Там. Да, это нарисовать, что... Вот, видишь, я специально показываю для таких вот вопросиков. Для таких, кто подходит. Да, да, да. То есть, вот. Пожалуйста. Еще бы была там беспроводная зарядка. Джик? Было бы, да, офигенно. Ну, то есть, ты можешь вот так, да. Естественно, хотя... Ну, такой большой, конечно, как у меня, в смысле, Galaxy, да, этот самый. Вы не потом опять подумали. Вот. Можно спокойно его, конечно, поставить. Ну, какой-нибудь... Где твой этот? Дай. Миник. Вот, миник, конечно. Ну, что, ну, вот, да, можно, в принципе. Ну, так как-то прям это... Как Вилсаком недавно делал свою подставку игровую, сука, проводов на ТХ. Вот, выглядит примерно так. Не, вот здесь вот. Ну, сейчас сравним. Звук-то отсюда будет по Bluetooth. Товарищ, где ты нажимаешься? Хопс. Ну-ка, играешь ты тут? Ну вот, сравним, да? Тот же самый трек, да? Сравним, как звучит на смартфоне и как звучит здесь. Но если она планшету делала... Понятное дело, его делает что? Правильно, и смартфон.
ну как-то так. Еще раз говорю, что на мое удивление, звук у нее хороший. Хороший звучок, конечно. Только не говорите, что моя JBL ее сделает. Твоя JBL стоит как... Все, заткнись. Вот, смотрите. Такая штуковина. Прикольно. Вот только вот этот момент интересен. На кой ляд? Ну, то есть... Так, что ли? Какой работает? Так смотреть. Короче, хоть поставь, хоть положь, как угодно ее можно, серьезно. Вот это, мне нравится то, что здесь очень хорошие прям вот эти вот моменты, да? То есть они прямо упругие, то есть не будет, если вы положите какой-то планшет, не будет падать. Блин, думал, будет дичь. Настроен был прям, что ну сейчас мы какую-то залупу распакуем ненужную. Не, ну там тут не залупа, тут больше... Трасты! Вот это... Вот, но классная вещь. В принципе, у себя как подставоньку такую можно иметь, да. Минус какой? Блять, Bluetooth 2.1. Либо вы, придурки, блин, опечатали, серьезно. Какой 2.1? Да какой из-за этого дешево? Ты что думаешь, 5 и 4 Bluetooth отличается там в 3 копейках, между прочим? Я не понимаю вот этого. Либо вы опечатались, какой, блядь, Bluetooth 2.1? Бля, ну на сайте стоять. Что-то это бред какой-то. Да, 2.1 у них. Ну вот, минус тогда 2.1 Bluetooth и то, что Made in PRC CE. А, ну это и есть Made in China. Made in PRC это и есть. Это они просто так это... А? Ну, КНР, PRC. Ага. Так, все, понятно. Republic. Значит, что хочу сказать из минусов. Из минусов у нас расклад следующий. То, что у нее этой подставки, значит, USB-C, ну это вообще нету, да? И то, что, ну в смысле, да, должен быть он здесь, здесь микро-USB. Ну это ладно, хер бы с ним. Но, в смысле, нахрена AUX? Если не по Bluetooth? Да, просто джек воткнул и по джеку, чтобы не по блютузу, чтобы у тебя этот самый, вдруг она севшая, по ауксу, раз и все. То есть вот USB-C не хватает здесь и нормального блютуза. Вообще реализация прикольная, сразу хочу сказать. Вот мне, точнее, хотел я сказать сначала, что херня, но вот сейчас уже говорю, что реализация классная. Прям молодцы, на удивление. Ну, в общем, за это лайк. Ссылку на меня, на нее не ждите. Может быть, где-нибудь там в Телеграме я в чате там кидаю, может быть, там кину. Сейчас нельзя, такой закон, блядь, вышел. Коробка, вот, да, вот так она выглядит. А, ну и вот эта, сука, вот она. Что ты не сложишься, мать? Ты шо? О. Отец? А, ну да, отец мы видели, да. Вот, вот так она называется, Tap Stage. Там она так не называется, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, выглядела она вот так. То есть я на Яндекс.Маркете нашел ее, вот, 1772 стоит она. Беспроводная колонка, Росмур Step Stage, Bluetooth. Где тут Росмур? Короче, что-то такое, что мне кажется, это наши что-то заказали, мне кажется, и сделали такую херь. Bluetooth бы сюда покруче и сделать USB-C. А так звучит прям мое почтение. Что-то мне казалось, что вот эта шляпа будет звучать чисто. Вот так вот все. Чисто, да, верхушечки хорошие, объемчик есть, в отличие от планшета. Хотя, помните, да, мы сравнивали там. И она и уделает этот, iPad, кстати, по звуку. Вот мы сравнивали, помнишь, эти BlackQ, Xiaomi Pad 6, Pad 5, вот. Нет, это конечно, все. Динамики есть динамики, физику не обманете, все. Ну, как-то так. Что думаете вы, пишите в комментах под этим видео. Пока. Оказалось, блядь, нормальная вещь.
Только придурки, они вообще, я вот это не понимаю. 2.1. А бля, 2.1! Они из палеолита вылезли, что ли? Это что, пизда вообще? Слушай, я это играл только не подставка. Ну? Подставка, да? Подставка. Покажи, покажи. Ну, покажи, что идешь. Да не это покажи, только рожди меня. Кот. Разбегай. Фу-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 
Ну, подстав, хорошо. Хорошо. Кот. Я не покушу.